Подходи. Так, ты сидишь в окна. Давай смотрим, что здесь. Надо интернет, у кого? Да, это крупные. Ты какой? Сколько же раз забыть обо всем, я сложно умела красоту. Я только припев знаю. Ты играй по мелодиям и будем подпевать. Посажу мои очи горам,
твои руки к небу, я познал, что Господь велик, и на земле, и леса. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хлопаю. Я мой великий, мой отец, ты мой творец, ты мой творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою. Дела мои велики, мой отец, ты мой творец. Укажи мне пути твои и научись я знаю. Спасите, и ты, Бог, спаси меня его, и дай на тебе весь я. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою. Дела твои велики, мой отец, ты мой творец, ты мой творец. Ты возвеселил душу мою, я тебе, Господь, хвалу мою. Я пред тобою пред
стою, я аллилуйя воспою тому, кто дарит мне любовь вновь и вновь. Там лучезарит мне любовь вновь и вновь. Оно Небо синий-синий, я иду под моими ногами, грудь шагает родимая. Синий свет он далеким светится, небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай держит. Небо звездами озаренное, и легко выше моей верится, вечный рай, где живут спасенные. В синем небе поют херувимы, землется от счастья и радости. Для меня этот мир любимый, он света добра и благости. Синим светом далеким светится небо звездное озаренное, и легко больше моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. На земле моя жизнь окончится, пролетит незаметно, как птица. Но мне очень-очень хочется за Россию всегда молиться. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Синим светом далеким светится небо звездами озаренное, и легко душе моей верится, вечный рай, где живут спасенные. Вы будете такой, все мне помогать? Нет, не все, я не буду что мы здесь. Остановить можно на месте? Станаит, секунду буквально. Вот. Только поставишь, она сразу выбирает. Только ты один, два раза. Ты один, на голову бежит за глазами.
сокровища свои. Небеса открыты передо мной, я стремлюсь домой. Небеса открыты передо мной, я стремлюсь домой. Только ты один, там коснулось сердце моего. Твоя милость, как живая река, к вечности и течет. Твоя милость, как живая река, к вечности и течет. Слава Богу. Подождите, вот это вот два раза, мы два раза только это невозможно сфотографировать, он против солнца. Он красиво стоит. Да. Невозможно. Сейчас тебя волнует вопрос, зачем? Невозможно, но ты не увидишь, что это. Только вот так. Легенда древняя. О, молитва. Ты тоже видел? Я слышал, просто там дым еще. Знаю, твердо верю я,
хочу сказать о тебе, Христос. Не сдержу от счастья я благодарных слез. Лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Христос мой, верю я, будущность моя. Лишь тебе хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Христос мой, верю я. Нормальный звук и картинка. Пожалуйста. Напишите нормальный звук и картинка. А то я боюсь, что трансляция рвется. Кто там смотрит, братья? Как звук, как картинка? Напишите, пожалуйста. А что? Прям хочется заплакать. Как звук, как картинка, напишите, пожалуйста. А, все нормально, да, окей. Мир тебе, Лена. Я в бессмертие иду, душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана, духи зла ополчили жестоко. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Как подумаю я, что есть любящий Бог, то я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов, побеждаю я зло, мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Прихожу к тебе, пожалуйста, чтобы повторять.
включил. Ты главное Игорь разворачивай, чтобы он видел. Прихожу к тебе я, с хвалою, чудеса твои вели, и любовь твоя сильна, как ты вели, и другого нет, как ты. Ты один достоин вечной славы. Поднимаем в небо горы, не радуемся мы. Ты один достоин вечной славы. Поднимаем в небо горы, не радуемся мы. Как ты вели. Буду петь тебе я, с хвалою, за твою любовь и милость, что даешь ты нам с небес. Буду петь тебе я, с хвалою, за твою любовь и милость, что даешь ты нам с небес. Найти в Иерусалиме.
будет нам свет. Иерусалим, Иерусалим, там вечно живут, там песни поют. Иерусалим, Иерусалим, то город живый, то город святый. Иерусалим, Иерусалим, тебе я стремлюсь, тебе я молюсь. Иерусалим, сестры, там мы будем вместе воспевать Иисусу радостные песни. Так давайте ж на земле вместе славить Бога, чтобы стало нам светлей в небеса дорога. Болезни там нет, гаснет там свет. Иерусалим, Иерусалим, там вечно живут, там песни поют. Иерусалим, Иерусалим, то город живый, то город святый. Иерусалим, Иерусалим, тебе я стремлюсь, тебе я молюсь. Иерусалим. Да, песня, песня. Песня, песня. Я беда не знаю. Камеру включи. Сердце маленькое. Пока светло и видим. Брат, ты куда? Ну, на взяли нету. Некоторые любят сейчас. Тебя тоже нет? А вот еще есть. 35. Вот еще есть. Я скоро буду. Вдвоем будет. Вот солнце. Да я вот фото. Ну, у меня трансляция. Тебе куртку дать? Нет? Нет. От комаров имеется в виду. Нет, ну вот такая. Нет, у меня. Я Сергею дал это, что в банке лицо. Вот это. А что будет? Хотя взломал текст. Нет. Если только посмотреть в телефоне. Постарайся отвечать, чем вы. У меня интернета нет. Какого интернет есть? Так можно было группу пропустить. Ну, можно было пропустить, пока не замолчите. Нет, она не работает. Оператор какой? Да-да. Мегафон? Нет, вот есть, надеюсь. Ну, не мешающий. Это Коля, я не вижу. Где Коля? Попробуем мегафон. Сирот, не Коля. Мегафон ловит. Как не называется? Это есть песня, это песня. Ветвам Христова цветущее племя, рожденное в бурях великой судьбой, вам красно встречает последнее время, зовет на последний решительный бой, вам красно встречает последнее время. Зовет на последний решительный бой. Стеною стальною полки боевые мнение ведет нам на лютую брань. Замкните ж теснее, ряды молодые, в решительной битве никто не отстанет. Замкните ж теснее ряды молодые, в решительной битве никто не отстанет. Рубите победу священное пламя, пусть ярче горит над руинами зла. Несите вперед крестьянское знамя, любви бескорыстной.
знамя любви бескорыстной, Христова добра. Сегодня сердца молодые пусть будут биенье одно на груди у Христа. А завтра, быть может, которое станет топор разделенной на древо Христа. А завтра, быть может, кого и поднимет. На смену идите, усталым борцам не страшитесь креста. Разденьте, светите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Разденьте, светите, плоды приносите. Прекрасное в мире наследие Христа. Храпу против, да? Да, и вот это наша. Вот это наша. А, Люда от нашего. Туда. Любимая. Ну, кстати, давай, сюда. Ну, я вам хочу, чтобы вы хотите поближе, да, мне вам не надо. Я так, на Всюду ты, Бог благой,
бесконечный Бог Отец в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе во веки слава. Это репетиция следующих. Да, ты же будешь, да, на основном. Ну будет, нет, даже вопрос интересный. Так что я не могу, я вот, я выбрал одну точку. Главное, чтобы не прерывалось. Володя вытаскивает, она вся сгорит. Он знает. Да нет, у меня и до этого как бы. А, ковидом болели. Не легенда древняя, Иисус Христос был вознесен на крест, и мертвым был во гроб положен с древом он, и в третий день из мертвых он воскрес. «Гори костер» песню. Вот она хочет, чтобы Игнатий Тихонович домой ушел или он уже ушел? Он после этой песни давно ушел. Он обычно после этой песни уходит. Ушел, понятно. Алена, Лена Гладыщук, привет передает. Кто еще? А да, ей тоже. Ну тут они заходят, уходят как-то так.
может послужить. А сейчас же богослужение там вечернее, поэтому оправдывайте. Хорошо, что уходит. Подожди, Елена. Елена, нашла. Уже закончили. Елена, это же Барнаул. Сколько времени? 10 часов уже закончилось. Все, он закончил там. Ну, мы закончили, и там закончили. Понятно. Подольше, там мальчик, там два часа. Ну вот, вот эту смотрю. А, он тоже есть. Все понятно. Гори костер и мозоль. Это и который Игнатий Тихон на костер говорит. Да, вот эту давай. Каждый раз. Смотри, что выиграл. Каждый раз, когда костер горит у нас, и из ямы дым столбом опять клубится, мы споем, как наш спаситель гимн спас. Наша радость отражается на лицах. Отдаем нам это вместе хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает песни птиц. Наш костер горит, как солнечный горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Круглый сношенный дом, но я давно в ночи. Заблудившимся и всем, кто ищет Бога, здесь услышишь о Спасителе по-новому. Начни путь небесный, храна тебе по-нову. Отдаленным в этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый отношает везде птиц. Наш костер горит, как сугленный горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Все воистину пугает темнота. Бога и не жизнь, а маята. Служите людям, клоня все колени. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает песня птиц. Наш костер горит, как сугленный горшок. Звезды искрами рассыпались вниз. Если хочешь быть спасенным, поспеши. Поспеши! Это сделать и не завтра. Сегодня все содействует душа твоя в тиши. И не жди, что будет лучшая погода. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает песни птиц. Наш костер горит, как сугленный горшок. А горшок! Искры рассыпались вниз. Облака дают звезду на твой костер. Свет разгладит волосы, морщины. Теплый ветер вызывает на простор. На простор. Церковь Божию корабль среди пучины. В отдаленном этом месте хорошо. Хорошо! Воздух чистый оглашает пение птиц. Наш костер горит, как зубленный горшок. Как горшок! Звезды искрами рассыпались вниз. Там вторая часть. Константин, чуть-чуть Татьяна, сторону, одна шишки на привет из Грузии передает. Татьяна, Гамазюбан! У этой песни вторая часть. Вторая часть? Нет, у меня. А где Игнат Тихонович? Я его не вижу. Она ушла. Все, домой пошел. Он пораньше ушел. Он так делает. Встает-то очень. И Собакин ушел. Собакин, пока! Это я Собакину сказала. А вам что? А постирать кое-что. Что озеро? Игорь задаст. Касает поменьше. Сейчас скажу. Где там вообще? Я заплатила. А куда ты убежала? Да. Чудное озеро Генисарецкое, чистой кристальной водой, ты отражал. Назаренского весь мир живой.
подмурного жизни волнения. Плохо нас видно Христа. Будем как озеро Генисарецкое, чистой и светлой душой. Спасибо, Христос. Тут же хорошо попели. Как хорошо и как приятно.